guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go. And I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Я тут одно хитрое место знаю, где дают хороший поток. Главное сейчас никого не поцеловать. Поток явно есть, пока его восьмерочки все работают, и мы сюда же приперлись. Я всех набрал параплан. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Посмотрите, парапланов сколько летает с нами. Мы прилетели на Пик-де-Бюр. Да. Гляньте. Какая встреча с парапланами. Как они клубочек построились красивенько и летают. И мы их не догоним. Может, догоним еще, а может и нет. Друзья, мы летаем с моим другом Вячеславом. Он капитан яхты, только этой, водоплавающей. Вот у нас сухопутная яхта, а он капитан яхты водоплавающей. И вот сейчас мы с ним тут, я его катаю на Пик-де-Бюре. Мы прилетели, увидели огромное количество парапланеристов, замечательно. Прямо по курсу. Где? Прямо по курсу, прямо. Ну, лучше свернем. Угу. Так, и ты посматривай наверх, чтобы мы в них не врезались. Пока не крутят. И мы крутим, друзья. Не знаю, кому страшнее. Да, смотрите, этого еле видно, да, мохнатый, полосатый, вон он, смотрите. Отстающий прилетел. Ух, как его пукнуло, ага. Подсложило, да. Ну, надо в оба смотреть. Но эти, ладно, они все выше нас. Ну, да, выше, они выше. Нас, они нам не страшны. А вот этот вот орел, что он, закрутит на скалу? Японский бог, какой смелый чувак. А ты что? А я боюсь. А я как боюсь. Ты как боишься? Слушай, ну круто вообще. Я, ты видел, на каком удалении закрутил? А он просто вообще раз и мордой в скалу. Друзья, так не надо крутить мордой в скалу. Да. Может, мы это... Что, полетим от него? Да не, слушай, ну мы... Ты если посмотри, если он так близко, то мы-то как? Нам-то вообще не страшно. Он нас, смотри, уделал в потоке. Представляешь? Гад какой. О, вот он, змей. Раз, как щенков уделал. Не бойся, Славик, тут все хорошо. У нас все хорошо. Ты думаешь, им страшно? А думаешь, нет? Нет, конечно. Они вон... Я не знаю, куда они собрались лететь. Ой. Давай я тебе обсерваторию покажу. Ой. Где? Чего? Что, она близко. Да ладно, разве это близко? Вот я тебе сейчас покажу, как близко. Не надо. Дай тебе, я лечу обсерваторию тебе показать. Я вот. Вижу обсерваторию. Видишь обсерваторию? И скалы вот они как близко наши. Не нравятся тебе скалы? А прикинь, вот, вот здесь вот ребята спускались по этому кулуару, забирались по одной тропинке и решили по другой спуститься. Виняков, черти сколько, шуршал по этому насту. Ой-ой. Что? Да что, страшно? Да ладно, смотри, я сейчас 150 делаю, у меня полный контроль борта. Вообще ни капельки не страшно. Скала перед боком, блин. Ну а что, мы ее сейчас перепрыгнем, смотри. Не надо, я боюсь. Да ты не бойся, Славик, ты не бойся. О, ой. Вот еще один параплан. Ой.
Да, про планов тьма. Я не знаю, что они здесь делают, потому что здесь вообще набора нету. Вот зачем он здесь летает? Не знаю, не страшно. Да ладно. Сейчас развернемся, полетим дальше. Ну да, да. Водопад, я же тебе обещал показать. Но... Ну вот, смотри. Куда? С левой стороны. Ой. Вот озеро слева. И вот сейчас с него по ручью течет водичка вот у вас. Да. Красиво? Ага. Я воздушные тормоза и вниз. Да, они там нарисовали на озере. Чего? Справа, да. Прям его и нарисовали? Прям. Да? Ага. О! Вот это да! Вот это круто! Зеленый человек! Ой! И водопад вот слева. Опа! Чего, Славик? Ты очкуешь? Очень. Да ты не бойся! Ну что может быть плохого с нами тут? Посмотри, мы можем, если хотим, высоту понабирать. Вот тот, который на горе, может, он и не знает. Да, ну прикольно. Сейчас мы Ваню свожу ему показать. Вот так, друзья. Куда возят учеников, что показывать? Ну вот, кто возит одно, кто второе. Сейчас. Водопадик. Ну а что ты переживаешь? А что мне не переживать? Ну тут же все спокойно, посмотри. Пик-п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 ик. И даже набираем высоту. Достал. 50 метров, блин. Да ладно тебе, 50. Далеко до скал. Перегрузки адовые. Да ладно тебе, адовые. Да. Не адовые совсем. Мне хватает. Давай вот. Крылышко макнем. Не надо, блядь. А крылышко макнуть. Радуга, смотри. Видел я радугу, видел. Страшно, Славик? О, смотри, люди! Вон эти, туристы. Где? На скале висят. Где? Сейчас мы их... Не надо. Мы их... Понимаешь, надо же порадовать людей. Бля, ну хорош. Хорошо, хорошо. Не, ну я один разочек только. Я рядышком пролечу, мы помахаем рукой. Ты рукой помахаешь. Да. Поэтому давай быстренько ищи туристов. Ничего я не вижу туристов. Ну на скале вон висят. Вот посмотри скалу, вот полочка такая. Вот на этой под полочкой, вот они справа сейчас, вот 90. А, вот какая тусовка. Голые, может они и нарисовали юг? Я думаю, тут рисовали те, кто летает. Думаешь, они? Вот там на полочке, видите, туристы, вон крыло сейчас показывает. И вот мне кажется, эти туристы как раз и нарисовали вот это вот слово нехорошее. Которая, вот смотрите, я вам сейчас покажу. Смотрите, вот с правой стороны озера, из которого водопад течет. И вот если вы присмотритесь внимательно, тень нашего планера как раз летит по этому. Посмотрите, что эти звери нарисовали. Что они сделали вообще? Блядь. О, посмотрите, что нарисовали-то. О! Ну ужас какой! Как раз так можно. Разве это высококультурно? Мы вот сейчас прям посмотрим, как... Так водопад, я что это, вот как водопад течет, смотри. О, вот он. Все, полетели отсюда, полетели. Я больше не буду. Это я катаю своего друга Славика. Ему очень нравится, судя по всему. Он, видите, счастлив по уши от этого полета нашего. Да, Славик? Адский рад. Адский рад. Эй! Маленькое хулиганство, это всегда хорошо. Эй! Хорошо, что Стася с тобой лететь не захотела. Но я же с ней нежно был. Ой. Что такое? На яхте спокойней? У меня во рту пересохло. Да? Ага.
Ну, сейчас я тебе могу к водопаду свозить, мы попьем, попьем водички. Ну что, пройдемся над озером? Бля. А что? Так мы над озером, и все. Вот сейчас вперед пройдем по скалам. Капельку по скалам вперед, и все. Как, зачем, сука? Нет, не сука. По ущелью немножечко погуляем. Славик, ты не бойся, главное. Смотри, мы как истребитель. Ты летал как истребитель когда-нибудь? Так, да. На компьютере? Нет, на компьютере неинтересно. Но согласись, красиво было, да? Да. Во. А смотри, кстати, вот эта вот скала впереди называется Эхо. Вот, видишь, у нее такая дуга, и она отражает волны. Вот видишь домик справа внизу? Но. И вот оттуда там стоит такое ухо, и в него ставят какую-нибудь музыку, и она отражается от этой штуки, возвращается назад. Ну и устраивают там такие дискотеки, в общем-то. Представляешь, это место, где никогда не бывает солнца. Чего? Ну, мы же на скорости идем, что нам? Все хорошо, Славик. Да ты не бойся. На скорость 200 мы можем любую скалу при желании перепрыгнуть, понимаешь? Ну, что тут нам, те скалы? Они, в принципе, мягкие. Как это? Как в фильме «Чародей»? Верить в себя и не видеть препятствий. Один хер ничего не почувствует. Ну, в общем-то, да. И вот если бы мы хотели сейчас выпарить, мы бы сейчас раз здесь потоп и выпарили. Но я думаю, что выпарить ты уже не хочешь. Наверное, нет. Хочешь домой. Ну, хорошо. О, смотри-ка, кто-то на какой-то машине есть. А, они там сидят. Ну тут речечка, речечку посмотреть. Посмотри, как весело. Деревья вот смотри, рядышком. Неужели тебе не нравится? Офигенно. Нет. Не надо никаких детей. Не, так я это. Шасси. Шасси можно выпустить? Сука. Говорит, больше всего счастлив тому, что не блеванул. Капитан! Капитан яхты! Не блеванул, молодец. Зачет. Ой, дети все бегут встречать. Ура! Ну, конечно, сука, над водопадом, кстати. Над водопадом было ух! Да. Это хорошо. Макся! Макся! Ну как мы летали? Ты видел, как мы летали? Папа пролетал? Да. Да, привет. Ой, Славик, ну скажи, как супер. Глубоко уважаем любителям планерного спорта. Супер. Тебя. Маш, будет чуть-чуть тебе побольше лет и привезут подвесную систему для маленьких, тогда покатаешься. Папа икает. Ну как вы? Хочешь посидеть? Расскажи. Можешь посадить. Впечатление. Ой. Столько впечатлений. Да, страшно? Да. Да? В жизни столько не было впечатлений.